Казанском федеральном университете создали тонометр-браслет. Разработкой занимались радиофизик Фаиль Мухамедьянов и доцент кафедры радиофизики КФУ Руслан Латыпов. Такой браслет будет измерять скорость распространения акустической волны от удара сердца. В связи с тем, что у многих людей, во-первых, есть проблемы с давлением, у нас появилась идея, и мы разработали некое устройство, собственно говоря, которое позволяет мерить именно физический параметр, а не некую виртуальную величину, которая характеризует давление. Браслет поможет не только сохранить жизни гипертоникам, но и вовремя предупредить об угрозе развития болезни. И эта разработка действительно уникальна, ведь обычные тонометры показывают давление в данный момент времени. А этот браслет позволяет следить за артериальным давлением непрерывно. Это происходит за счет использования двух датчиков. Это датчик электрический и датчик пульсоксиметр, то есть волн давления. То есть мы измеряем за счет электрического датчика и оптического два разных сигнала и по временным характеристикам определяем давление. Гипертония – одно из самых распространенных заболеваний, осложнение которого приводит к смерти. Согласно официальным данным, в России гипертонической болезнью страдают более 40% взрослого населения. А если вовремя не обнаружить болезнь, она начинает поражать головной мозг, сердце и кровеносные сосуды. Разработка радиофизика поможет следить за артериальным давлением на протяжении всего дня. И в итоге вы сможете уже видеть, там не то, что вы три раза в сутки померили давление и сказали, наверное, нормальное. А увидеть там, может быть, даже увидеть, из-за чего у вас происходит изменение давления, как-то сопоставить это со своим ритмом жизни. В планах у разработчиков усовершенствовать данный браслет. Все это дело уменьшить, доработать, программу обеспечения доработать, написать программу обеспечения под смартфон, чтобы мы непосредственно по Bluetooth могли смотреть артериальное давление и другие характеристики организма. То есть там можно смотреть и температуру, ЭКГ, пульс и артериальное давление. В готовом виде тонометр будет похож на фитнес-браслет, управляемый при помощи смартфона. Любой пользователь может увидеть свое давление, буквально между интервалами удара сердца. То есть у вас сердце бьется там 70 ударов в минуту, 70 измерений будет за минуту проведено. Соответственно, это более новое качество, значит, возможность усреднить и увидеть некие резкие изменения давления, которые, допустим, на обычном приборе тонометре их не видно. Планируется провести его тестирование в университетской клинике Казанского федерального университета. Только после предварительных и клинических испытаний можно будет вести речь о запуске в производство таких тонометров-браслетов. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.